Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем проходить Tower Conquest. Что у нас здесь новенького? Да, по-моему, ничего. Поэтому, ребята, приступаем сразу к бою. Осталось нам пройти последнюю, так сказать, последний подуровень. И будет наш реворд. А следующая у нас миссия с роботами, потом снег, ё-моё. Так, ну что же, давайте начнем с наших тераконитов, которых мы так и не смогли с вами победить. Думаю, сейчас у меня это получится без проблем. Так, здесь пройдено, здесь пройдено. Кого можно поменять здесь, а? Я даже не знаю. Хотелось бы, конечно, убрать, наверное, эту улитку никчемную. Она у меня не раскачанная, ребят, поэтому она никчемная. Стоит ставить, наверное, вот этого. Хотя самурая тоже можно было бы влепить. Но пока я, наверное, не буду этого делать. Ладно, давайте посмотрим, что у нас получится именно с данной декой. Идите сюда, олухи. Мне уже давно по вам руки чешутся. Как они меня в прошлой серии достали, а? Если вы только знали. Ну что же, давайте потихонечку с вами приступим к разбору терраконовой армии. Так, как обычно вылазит самурай. Да, мне кажется уже, что метчик мой уже в этих уровнях не актуален. И надо искать ему замену. Но пока ее нету, если только раскачать самурая и ставить его как основным танком, я думаю, это прокатит. Ладно, с этим мы разберемся чуть-чуть попозже. Так, пришелец. Ну-ка. Опа-на, ребята, вот это облом. У этого каменного чувачка резист. Ну, скажем так, сопротивление к похищению. Поэтому не прокатил мой пришелец. Печаль. Опять. Ну-ка, стырь вот этого монаха. Пришелец, ну-ка, стырь. У них у всех резист. Ёлки ты палки, вот это я лопухнулся. Блин, надо будет заменять срочно этого пришельца на кого-нибудь другого. А все потому, что он здесь вообще не актуален. Он никого не может похитить. У них у всех сопротивляемость к похищению. Так что... Да, я практически 30% своей деки потерял в эффективности. Ясно. Давай, пришелец, выходи. Ёлки-палки, они подходят к моей базе. Это финиш. Я опять не смогу их победить. Ну-ка, давай, великаша. Разбомби всех. Он хорош, но только при вспомогаловке. А вспомогательной помощи, как видите, мне неоткуда ждать. Армия все прет, прет. Главное вот этих снести. Ну-ка, ударчик. Замечательно. Ну, теперь, я думаю, немножечко будет мне попроще. Тем более, тут заморозка. Ой, юнок. Денюшка выпала. Давай еще удар сделай. Замечательно. Пришельца я не вижу вообще смысла вызывать. Никого он не сможет похитить, поэтому он бесполезен здесь. Так, фаербол, давай. Отлично. Так, ну ладно, мой великан сдулся. Пока. Так, сможет он вот этого дальнего похитить или нет все-таки? Нет, нет, он бесполезен. И опять этот колдует свою магию, а? Что ж ты будешь делать? Опять я не получаю 100% реворд, потому что я по времени не уложился, как вы видите. Ну-ка, давай-ка, великаша. Сейчас мы тебя вытащим с твоей берлоги. Так, что у меня есть? Фаербол, надо применять. Вот так вот, оно будет лучше. Теперь пускай идет мечник и пришелец. Осталось совсем ничего, ребята. Совсем ничего. Так, вьюнок. Ледяной ураганчик, так скажем. Ну что же. Вот мы добрались до замка. Я надеюсь, этих мы разнесем сейчас в хлам. И продвинемся с вами дальше. Когда он в каменную статую встает, урон он не получает. Я про драконового бойца. Ну что же, ребята, хотя бы на этом поздравляю нас. Да, мы не получаем 100% реворд. Но давайте сходим, знаете куда, на арену.
Так, что? Ну, в принципе, с ними можно и сразиться. Не такие уж они и сильные. Давно я не был на арене. Точнее, вообще практически не был. Так что давайте посмотрим, какие здесь у нас ребятушки. Игрочишки. Пошел. Так, он этого вызвал. А что этот у нас придурок делает? Я уже забыл, если честно. Бьет кувалдой своей, да? Ну ладно, значит это воин. Ну нет, только не этого, блин, летуна гранатометчика. Так, карту я забираю. Фаербол применяем. Опа-на, опа-на, ничего себе. Это у него откуда такие удары молнии? Это, видимо, его крепость. Иметь такую возможность. Ну все, в принципе, я думаю, он доигрался. Так, куда полетел, куда полетел? Иди сюда. А что это за зеленые шарики? Прибавляют нам x9. Это что такое означает? Время? Или бонусы какие-то? Так, опять сейчас моего лучника шибанет. Нет, не шибанет, фаербол свое дело сделал. Опа-на, он всех моих еще и станет, к тому же. Не катит такое дело, ребята. Ну-ка, великаша, устрой-ка и там. О, он своего босса вызвал. Ладно. Чей победит, мой или его? Я думаю, что мой, потому что у него уже на подсосе босс. Все, отдыхай. Так, мы еще ураганчик призываем. И в результате наша победа. Мы побеждаем, ребята. И получаем мы новый ранг. Пятый ранг у нас. Я правильно понял? Пятый же, да? Так, можем улучшить пришельца. Ну, а по большому счету, для чего он мне вообще здесь нужен? Хотя здесь-то я его не применял. Нет. Так. Отправить на тренировку, ребят. 3.40 они будут у меня заниматься. Слушайте, ребята, а вот если честно, для чего эта вот тренировка? Что она дает? Я вот, честно говоря, не понял. Карт Треворта, где он? Я не видел никаких новых дополнительных карт для себя. Так, что, кого бы нам заменить этого пришельца? Я, знаете, что думаю? Взять самурая. Или хила. Ну, мне кажется, лучше самурая взять. Мечника, по идее, можно было бы заменить. Ну на кого? Давайте вначале посмотрим, как у нас ведет себя самурай в этом деле. Ну, а там уже покумекаем. Давайте еще раз на арену. Чувствую, у меня сегодня будет выпуск в ПВП. Так, тигры, самураи. Вот что это такая за связка у него горит, а? С красным и зеленым. Видно, они как-то друг друга дополняют или что-то в этом роде, да? Да и фиг с ними. Мы, надеюсь, и так справимся. Ну, давай. Пошел, мечник мой пошел. И он своего, да, вызывает? Ладно. Мы сделаем побольше магии. И самурая. А он своего вызвал, самурая, ладно. Интересно, чей сильнее, мой или его? Блин, он меня пока разбирает, ребята. Ну-ка, давай лук. Еще, молодец. Так, тигр вышел, тигра надо фаерболом. Опять он вызвал мечника. Ах, вот оно что. Значит, вот эти корни пускает ихняя избушка на курьих ножках. Ладно. Будем знать, что он, значит, отравление или задержку вызывает. Ну что же, давайте великана своего вызовем. Чего уж тут дурковать, как говорится. Слушайте, что-то мне подсказывает, что ему уже крышка. На удар осталось всего. Все, отдохни. Ну что же, вторая победа у нас в ПВП. И мы получаем... 17 уровень, ребята. Ух, классно. Ё-моё, я могу проапаться. Давайте-ка, великан. Дальше у меня лучник. Самурай. Воблер. Воблер. Так, а самурая-то можно еще прапать. Отлично. И черный рыцарь. Ну и, естественно, замок свой.
Так, ну что, ребята, может быть еще по ПВПшечке, как думаете? Или уже пойдем воевать? Давайте ПВП. Так, что тебе надо? Давай с тобой, он 10 уровня. Почему-то мне каких-то ребят слабых дают. Почему, интересно? А, я в принципе понял. Тут, видимо, все зависит от ранга. Чем выше ранг у меня, тем круче будут соперники. Ну что ж, давайте дойдем до приличного ранга, чтобы нам стали давать приличных оппонентов. Так, рубим, рубим. Блин, как же я хочу получить какую-нибудь трансформацию, а, ребята? Кто бы только знал. У меня пока прапанный кто? Стрелок и мечник. И больше пока никого. Интересно, а как реально прапать моего великана на второй уровень? Было бы просто шикарно. Я бы его вызывал бы и сам бы сидел в сторонке, курил и посмотрел, как он разбирается с недругами. Так, он вызвал своего, да? Ну тогда я вызову своего. Давай посмотрим, как говорится, кто кого победит. Фаербол еще зарядим. Вот так вот. Да тут и так все видно, что победа будет за мной. Поздравляю нас, ребята. Довольно все легко и непринужденно. Проходим с вами дальше. 550 золотых. Денежка нам нужна всегда. Поехали далее. Ищем оппонента. Кто на этот раз у нас будет? Опять 10 уровня? Да, опять 10 уровня какая-то женщина с нами будет драться. Ладно. Не в обиду вам, мадам, но придется вам преподать урок. Я не говорю, что я тут самый опытный и сильный в этой игре, но 10 уровень, конечно же, сделаю против 17-го. Тут к бабке не ходи. Блин, вот такого я хочу. Я хочу себе Франкенштейна. Он довольно-таки сильный, как вы видите, и практически непробиваемый. И статы у него, и резистов дофига. В общем, надо как-то мне его добыть. А где он получается? А он получается, наверное... Карты его, точнее, выпадают в этом. В нежити, скорее всего, там. Ну это ж сколько нужно мне провести боев, чтобы набить себе столько карт. Нет, это надо будет на удачу. Вдруг с какого-нибудь реварда выпадет. Или с сундучка. Другого пока выбора я не вижу. Ну что же, смотрите, сами все видите прекрасно. Я вызываю великана, который и доделывает всю эту грязную работу. Кстати, воблер тоже неплохо. Он одновременно, по-моему, и наземные, и воздушные цели повреждает. Ну, если, конечно, мне не показалось так. В общем, с очередной нас победой. Давайте сразу же приступим к следующей. Кто на этот раз? Ну, давайте хоть серьезного какого-нибудь, более-менее. Ладно, 10 уровня. Если они такого дают, значит, они так считают нужным. Хорошо, я не буду сопротивляться. Квест выполнен. Новый челлендж. Это они к чему сейчас мне сказали? Непонятно. Ладно, вызываем самурая. Потом следом воина. Ну и так, у него пошли зомбари. Ладно, мы будем вызывать тогда еще самурая вызовем. И потом мечника. Ну а на худой конец уже можно будет вызвать. Ага, фаербол готов. Блин, зачем только я его потратил. Опа, опа, опа. Ничего себе, там замок засасывает-то нас. Давай-ка, выходи, родной. Так, ну давай, давай, лук, не тупи. Ой, сейчас будет похищать, да? Опа, она похитил. Ясно. Так, наш воблер. Воблер, давай, выходи. Так, фаербол надо обязательно применить. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот сейчас надо будет его применять. Давайте. На-ка, выкуси. Сейчас мой великаша тут все сделает. Все будет хорошо. Я даже не сопротивляюсь. Ну, похитить ты его не сможешь, верно? Верно. У самурая, у мечника и резист. Просто замечательно. Давайте добиваем замок по-быренькому. Все, и пускай он успокоится. Отлично. И еще раз с очередной нас победой. Так, уровень я пока не получаю.
Да, печалька. Так, я выполнил задание. Получаю свой кристаллик. И сколько у нас там энергии? Еще две энергии осталось. Два боя я могу провести. Ну, давайте займемся этим делом. Какой оппонент? Джуа-о. Какое-то имя там странное. Очень он написано. Ну, меня, в принципе, это не волнует. Меня волнует только одно. Наплодить как можно быстрее и больше мою армию. И разнести ему замок. У меня сегодня, кстати, выпуск получается. Я так и назову его. Выпуск ПВП. Да, пускай слабенький пока, но тем не менее. Так, лучник у него там, да? Ну, лучник не прапанный, поэтому очень слабенько бьет. Так, иди сюда, куда полетел. Так, фаербольчик. Ну вот мы и у замка. Довольно легкие оппоненты у меня. Никаких абсолютно я не вижу проблем. Я уже к тому же наплодил достаточную армию, чтобы разнести пух и прах. Я даже могу сидеть сейчас и копить себе на великана приспокойненько. Ну а теперь его вызвать. Ха, и он вызвал своего, понятно. Но это его не спасает. Фаербол. Все. Опа, карта, 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 карта. Черт, не успел, нажал на ускорение. Ё-моё, карта великана профукал. Печалька, конечно. Ну что ж, давайте в очередной бой. Ну, кого-нибудь достойного киньте. Во, пошло, пошло, 11 уровень. Это хорошо. Ну что же, поехали. Начинаем с манны. Вызываем, как обычно, мечника. Не, давайте самурая. А потом уже мечника. Блин, самурай проапанный, очень тоже силен. Но Франкенштейн мне все-таки кажется будет лучше. Так, давай, выходи. А что такое случилось? Ё-моё, ребята, зависло. Можно немножечко подождать, может быть отпустит. Видимо, опять у них упал там сервер. Или что-то с интернетом произошло. Да, ничего не происходит. Ну что же, ребята, придется мне на этом закончить свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии. Всем удачи и до скорых встреч, ребята. Всем пока.